Ой, ебать! Беги! Беги, дура! Дура, беги! Я его убил! Вы его сбили! Я по мне стреляет! Бегите! Да. Я ж это попробую что-нибудь записать, поэтому давайте поздороваемся. Хау, с вами вождь коварный птенец и конкистадор Ореол ДСТ. Геннадий, вы же конкистадор. Так и здравствуйте. Мы будем. Пить бурбоны и истреблять индейцев. А чё, у вас меня в у меня вас в друзьях нету, что ли? Вы есть. Чё, устроим сосисочное пати? Понеслась, родимая. Так, мы пойдем, короче, в дуо против сквадов, да? Против кого? Сквадов. Мы ж профессионалы, мы ж четырёх раскидаем, если чё. Ну давайте попробуем. Я шучу, Геннадий, вы первый раз в игру зашли, успокойтесь. А я играю в третий, так что погнали так, как есть. Особое время унижений. Да, вам надо где-то готово прожать. О, погнали. Ну что, будем потихоньку унижаться. Короче, здесь у всех персонажей разная музыка. Насколько я понял, да. Главное, лутайтесь, Геннадий. Вот, тут главное лутаться и стараться не шуметь. А вось нас не найдут и про нас забудут. И мы не так сильно будем страдать. Друг мой, это батл рояль. Какой нас не найдут? Нас все равно рано или поздно найдут. Гена, пс-пс. Я тут знаю один туалетик. Там вдвоем можно спрятаться. Все будет хорошо. Друг мой, это не Ваха, и мы не воюем против кровавого договора. Я сомневаюсь, что наши противники – идеологические противники туалета. Ну, с другой стороны, они, может быть, идеологически против, чтобы двое по пояс голых мужиков вдвоем прятались в туалете. Я, конечно, не осуждаю накачанных мужиков, которые вдвоем запираются в туалете, но все же что-то в этом, знаете, есть. Возможно, кто-то против этого. Мне почему-то вспоминается один наш друг времен колледжа, когда два энергически выглядящих мужика истинно арийской внешности прячутся в одном толчке, одетый по пояс. Это звучит интересно. Для него. Тёма, если ты вдруг это увидишь когда-нибудь, привет, мы по тебе скучаем. Да, Тём, мы многое потеряли, когда ты уехал. Да, нет. Ну, с ним было весело, по крайней мере. Да. Так, у нас уже 7 из 15. О, ура, мы присоединяемся к каточке. Короче, мы уже в топ-15, Геннадий, у нас все хорошо. Вспомнить бы еще как... Что с самолета прыгаем, или из чего? Нет, мы просто как лунтики рождаемся. Ага. Так, секунду. Так, я в окопе. Пистолет. Никому не нужный, но пусть будет. Я родился! О! Это что, дробовик, да? Окей, пусть будет дробовик. О, Геннадий, вы далековато от меня родились, кстати сказать. О, да. Гивер 43. Мне, наверное, стоило бы лучше в вашу сторону двигаться, да? Я лично лутаюсь. Да. Крышка я пока неудобная, надо будет потом ее в идеале настроить. Наверное, не в нашей партии. Ой, ой, а то ж вы это прям... Про MLG-стрелок? Вы про MLG-стрелок, вам надо мышку настраивать? Да нет, просто она слишком резко реагирует. Ну это да. Так, ну вообще по факту мы-то тут еще нубы. Вот. Поэтому нам тут главное выживать, пытаться хоть кого-то убить и потихоньку качаться. Ну, что я могу сказать?
В плане лута здесь все плохо. Ну, тут, кстати, еще чердаки есть у домов. Чтобы вы знали. О, премиальный холодильник. А а тут холодильник есть с премиальным лутом. Геннадий, не знаю, как у вас, а я уже в броне. Тут на мне бронежилет второго уровня. Вот, на мне. Как тут метки давать? Я не знаю. Бегите ко мне, короче, Геннадий. Бронежилет. Вам понадобится по-любому. Геннадий. Да я сейчас. Украдут. Броню украдут. Вот, на меня. Где? Вот, на мне. Кушай, Гена, кушай. Ням-ням-ням. Кстати, я вам тут пулеметы не советую. Задирает, как я не знаю что. Но вообще, на самом деле, у нас по луту все очень плохо. Я предлагаю куда-нибудь в окопчик двигаться. Тут обычно в окопах лута много. Пойдемте, пойдем. Лут. Вижу лут. Что это? О, ночной прицел, спасибо. И баночку консервов заберу тоже, да. Пистолет-пулемет. Все, нафиг дробовик. Мне нужен. Я нашел маузер. Нет. Патронов только мало. Блин, у вас 9-миллиметровых случайно нет? Похрен его знает. Жаль. Но у меня теперь и снайперка есть с прицельчиком, и пистолет-пулемет. Нормально. Живем. У меня двустволка. Прицел только коллиматорный. Ну да ладно. Короче, пойдемте куда-нибудь. На поиски дом веселья. И в сторону выстрелов. Ой, там стреляют с горы. По нам стреляют! Гена! Я в окоп. А вот хрен тебе, все, я ползу. Тут в окопе, что? В окопе! Гена, он за вами. Это было быстро. Эта сука лежала в окопе и ждала меня. Я так не играю. Он телепортировался ко мне. Но это скилл такой у персонажа. На короткие дистанции телепортики. Ну что, пошли дальше страдать? Давай. Как-то это было быстро. Моя попка не привыкла к такому. У меня прям задание для нубов. Отыграть 3 боя и попасть 7 раз во врага из любого оружия. То есть даже не убить, просто попасть. Понимаю. У меня какие-то награды есть, да? Мне дали скины девчачьи в бикини, что? Подождите, что? А как персонажа? А вот у нее есть скин в бикини? Мне надо срочно, Геннадий, это важно. А как мне... Давайте уже повоюем. Не, ну это понятно, я тобой ищу. А как на ней поменять скин? Как тут скин-то менять? Ну ладно, я, короче, за какую-то бабу, которая умеет локально замедлять время. Так, ну в этот раз у нас точно все получится, я вам говорю. Смотрите, я тут сразу сходу бронежилет 2 уровня нашел. Геннадий, это вы? Не пугайте меня. О! Короче, если найдете монетки, тут есть однорукий бандит. И в нем можно за монетки, короче, покупать лут. Так. Что-то у меня один пистолетик пока. О, О, монетки нашел. Все, я пошел в однорукивого бандита поиграю. А где он тут был? Подождите, он же где-то тут был. А, вот он. Бандиту заплатите. А, не хватает чеканных монет? Что? Там 25 штук на игру надо. Нифига себе.
Вы бандиту заводите. Я вижу крепточку с пулеметами. Это да. Думаете там отсидеться? Нельзя. Что-то мне кажется, что у нас вряд ли получится. Особенно без лута. А у меня как бы две винтовки и все. А что у вас по оружию? Винтовка. Одна? Шмайсер. А у меня две винтовки. Гивер и кар. Так здорово и приятно. Давайте еще... А, и Вальтер. Короче, я немец. И еще и с белыми волосами. Я арийская девочка. Давайте хоть дробовик возьму. Что? Я иду в сторону ближайшего городка. А может быть, нам не стоило разделяться? Я думаю, вы меня догоните. Ну, я вообще в другую сторону просто шел и лутался. Ну, ладно. А, ну давайте за вами пойду. Да не-не-не, все, погнали. Погнали. Adventure time, Геннадий. Ищем приключения на наши сладкие попочки. Сейчас вот смотрите, нас снайпер снимает через 3, 2. Вот мне кажется, в этом городке по-любому кто-то есть. Я более чем уверен. Ой, а мне пишут, с каким оружием вы сейчас бегаете. Прикольно. А, да, я молодец. Я заюзал скилл ускорения, когда у меня нет стамины. Понимаю. Кто молодец? Я молодец. Тут броня на мне еще одна. А, я ее забрал. А что, я предыдущую не забирал, что ли? Не понял. Так, а это что? Это не то, что мне надо. Это вы бегаете? Геннадий, вы очень громко бегаете. Тук-тук-тук. Есть тут кто? Тут сервированная еда какая-то. Да, это хилки. Когда кушаешь, ты хилишься. О, ночной прицел. В прошлый раз он мне, конечно, не сильно помог. А как... Подождите, а как мне менять... Ну, какая-то средняя сумка. Ну, это полезная штука. А как мне поменять прицел? Я не знаю. Ну, типа, у меня тут одновременно и коллиматор, и не коллиматор. А как мне поменять с коллиматора на не коллиматор? Ну, вы поняли. Я не понимаю. Так, это удар. А как? Как менять? Я слышу, что сейчас стреляет. Непонятно. Где кто стреляет? Тут где-то рядом. О, тут еда. Это вы не залутали еду? Да, я. Что ж вот так расточительно? А насколько рядом стреляли, я пока не слышал. Так. Прикройте. Вы нифига себе, вы залутались. Так, Геннадий, прикройте меня. Какой прицел? Что? Прицел. На тап инвентарь и попробуйте поперетаскивать. А, это не прицел. Да. Так, подождите, дайте я разберусь, как мне с прицелом играть с этим. А тут что, настройки управления нету в игре? Нельзя посмотреть, да? Или я слепой? Непонятно. А что ж мне делать-то? Может, они подходят вам? Да нет, у меня одновременно и такой прицел. Ой, я опять скорость. О, я научился делать метки. Геннадий, вы там главное пока не убивайте всех, мне кого-нибудь. Я гранату случайно кинул. Что это было? Я гранату кинул. Все нормально, я профессионал. Так, а как? 100 чеканных монет заплатите, мы это... Я не знаю, как тут менять прицел.
Пулемет. Я так и умру без снайперского прицела. Понимаю. Спасибо, игра. Очень приятно. Здрасте. Тут кто-то скиллы юзает. Тут враг, нет? Или что это? Это бабочка. А души не теряю, друг мой. Это бабочка летала. Меня бабочка напугала. Стойте. О, слушайте. Тихо, тут, тихо, тихо. Стойте. Тут кто-то ходит. Тут прям рядом кто-то ходил. Блять. Страшно. Это по вам? Да. Откуда? Понимаю. Я их убил. Вы молодец, друг мой. Я. Спасти вы можете или нет? По идее, как-то могу. Я могу как-то ваш мешочек какой-то взять. И дотащить до костра. Единственный вопрос, где тут костер? Это, конечно, да. Вот, сердце Орел Деэста. Какая... Ой. Ты что, еще кто-то? Тут еще кто-то, Гена. Гена, мне страшно. Я бы рад вам помочь, но я сам не вижу. Заховайтесь, а если они появятся, я скажу. Они идут. Они в здании. Тебя сгубит ли их жадность? И вы. Ну я же попал, блять, в Скара, в упор попал. Почему она не сдохла? Геннадий, ну мы даже кого-то убили. Да, это достойно. Пиздец. У меня истерика. Че еще? О, блядь. У меня еще сундучок. Я 75 чего-то непонятного получил. И какие-то награды боевого пропуска. Не знаю, что это такое, но забираю. Пригодится. Так, а что так быстро? Похоже. Я не готов. Я, кстати, еще слышал, тут вроде с трупов остаются эти могилки, надгробия. Если их уничтожать, тебе души дополнительные на скиллы даются. А мы опять возле одного домика резнулись, да? Без снаряжения, без ни черта, да? Это другой дом, шпаная. О, вы даже оружие умудрились найти, поздравляю. А я чеканные монетки только нашел. И броню. А, и сумку. Я с сумкой и с ножом. Я очень опасен. А можно мне какой... Блядь, ты спустись. А можно мне какое-нибудь оружие, пожалуйста? Хоть какое-нибудь. Хоть пистолете, хоть что-то. Гена тут уже лут бросает просто так. Ну я вам оставил. А, спасибо. А оружие можно? Я с ножом бегаю. О, пистолет. Ну хоть так. Хоть что-то. Пистолет и 10 патронов. Возможно, я смогу застрелиться. Оружие. Ага, пулемет. Ой, как здорово. Чувствую, это будет быстрая катка. Так, ну мы хотя бы в зоне. Это уже радует. Пойдемте куда-нибудь навстречу. Пойдемте к Ла Ферме. Ну там, скорее всего, тоже кто-то резнулся. Ну пойдемте, что? Мы же их вынесем, правильно? Должны? Мне нравится ваша уверенность, Геннадий. А почему я пошел к Лаферме, а вы нет? Я иду. Что-то как-то вы подозрительно, Геннадий, себя ведете. Я иду по кустам. Геннадий, я машину нашел. Геннадий, у меня есть план. Садитесь за руль, а я с пулеметом буду стрелять во всех. Я уверен, что-то хорошее. Да, нормально, чё вы. Я 100 раз так делал. Нет.
Это будет весело, я вам точно говорю. О, о, все нормально. Давайте, я стреляю. Мы едем куда? Ну, к куклоферме поехали, что. Куда хотите, туда и езжайте, Геннадий. Вы главное быстро рулите, а я буду всех убивать. Наверное. Но это не точно. И вы после этих слов поехали к пулеметным точкам, да? Да. Я не ищу легких путей. Я так и подумал. О, там кого-то ножом зарезали. Поедем здесь? Да давайте. Надо же где-то трендюлей получать. Я предлагаю засесть за пулеметы и отстреливаться. А тут один пистолет, да? А, о, броня. Геннадий, а чё вы не бронируетесь? О, ППС. А можно мне? Можно. Даже нужно. И шлемик даже заберу. Ну, хоть пистолет-пулемет есть. А вам? Вы видите кого-нибудь? Нет. И а я вы? Нет. А они есть. Еще 25 человек. А мы хоть в зоне? Что ж так до хера? А? Что ж так до хера? Ну. О, тут можно с упора стрелять. Прикольно. Пойдем дальше лутаться, или мы будем здесь? А, мне страшно. Да погнали, чё? На мужика, давай. Я так, давайте ещё... прикинем, куда поедем. Я тут еще попрыгаю, давай. Погнали. У меня сигара в зубах. Вот это я красавица вообще. Так, поедем в Deux Mondes. Да, как скажете. Введи меня, мой принц. Как-то мы медленно едем. Да, мы не любят быстро езды. Я из тех, кто любит. Я дама, которая любит быструю езду и большие пулеметы. Пойду-ка я пешком. Вы же в курсе, что у нас за километр слышно, как машина едет, да? Чш, я чую их страх. Тут кто-то есть. Геннадий. Ау. Хотите, я их выманю? Не надо. Почему? Да я их выманю. Чувствую, что нехорошая ваша идея. Да нормально все будет. Я так 100 раз делал. Сейчас главное, чтобы к нам с тылу никто еще не зашел. Тут никого нет. Вы уверены? Да. Почему вы так взяли? Потому что если кто-то здесь был, то всю весь этот прекрасный хабар бы уже забрали. Логично. О, я бандитом воспользовался. А он что? А он что, только еду дает? Среднюю сумку вам не надо? О, прицел. 4x. У вас есть винтовка? А, вроде. Вот прицел. Нет, дробовик. А. Это сволочь использует способность. Пойду второй этаж полутаю. А тут есть винтовки? И какая-то скотина рядом.
Наверх срочно. По старому плану действуем. Это тот же самый дом, Геннадий. Гена, это тот же самый дом. Это вы? Я. Не шумите. Да хватит шуметь. Мы папгеры. А прикиньте, это сейчас те же самые люди будут к нам подниматься. У меня чувство дежавю на самом деле. Гена еще и лег, ты посмотри на него. Там костер горит, это по идее значит, что кто-то кого-то резает. Давайте подождем, они все равно пойдут. Я жду. А, сейчас нас зона заставит уходить отсюда. Тут, друг мой, зона. И зона как бы далековато от нас. Но у нас тут машина. Машина вроде была. Мы ее бросили, мы не помним, какой. Вот ранее, машина она стоит же. На улице. А кто-то стрелял. В нас? Нет. Просто спереди кто-то стреляет. В кого-то. Вези меня, Гена, вези. Может, не надо через лес? У вас плохие навыки вождения в лесу. Хоп, ла-ла-лейла. Хоп. Так, спасибо. Вот, мы теперь можем ТП-шиться через туалеты. Я вас с этим поздравляю. Если тут кто-то есть, то он точно знает, что мы пришли. Лут есть? А будто тут я. Тут автоматом кто-то пользуется. Геннадий, тут есть враги. Веду контакт. Где эта скотина? За моим домом. Я попробую скиллом воспользоваться. Я мазила, я все мимо стрелял, пиздец. Я запаниковал. О, Геннадий, ну вы красавчик, хоть одного убили. Я не понял, что я сделал, но я как-то на скеле пробежал, и он как-то быстро закончился, я думал, он дольше будет. Ничего не понятно, вообще. Ну, поздравляю вас, топ-10. Мы справились. Второй раз мы в топ-10. Че, еще одну пострадаем? Ну давайте еще. Крайнюю. На самом деле, как-то это. Надо к оружию привыкнуть. Это с лутом не особо везет. Непонятно. О, у меня слабый дух часовщика открылся. Уменьшает время перезарядки способности ловушек. Ничего не понятно. А как скинчики менять? Вот как? Типа она у меня куплена должна быть для того, чтобы я мог скины менять или что? Я не понимаю. А, во... О-о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 -
сейчас. Не, стоп, а чё она так в одежде, а так без одежды? Она мне в итоге в одежде будет или нет? Чуть не пойму.
Удобное белье – незаменимая вещь в бою. Так. А чё она в одежде? Я не понимаю. А, во. Во, Геннадий. Все, Геннадий, сейчас вам будет веселее бегать, смотрите. Вы это видите? Да. Вам будет веселее бегать. Костюм Круэллы. Блин. Они так прикольно трясутся. Ой, простите. Уи-и-и. Уи-и-и. Я про хвостик ее. Прикольная анимация хвостика. Ой, боже мой, какой же это бред. А какая у вас музыка играет, интересно? Что-то такое мрачное, типа... Ну, не скандинавская, как у вас, я так понимаю, да? Так, все, собрались, Геннадий. Мы разогрелись, теперь точно должен быть топ-1. Смотрите, сейчас вот так вот профессионально лутаемся по-быстрому. По-быстрому. Да, сразу большая сумка, сразу пистолет-пулемет. В трусах по снегу вообще на пофиг. Мы профессионалы, я вам точно говорю. Сразу винтовочку подбираем. Все-все подбираем. Сейчас мы тут наведем шорох. А, или это пистолет-пулемет тоже. Я какие-то очки подобрал. Я не знаю, что они дают. Но это очень профессиональные очки. У вас нет фетиша на женщин в очках и в белье? Геннадий. Да, женщин в очках? Да, и в белье. Такого пока нет. Жаль, вам бы понравилось. Так. У меня теперь другая проблема. У меня два пистолета-пулемета. Тут вот еще один. У меня одна винтовка. Тут вот еще один пистолет-пулемет валяется. Вот, пистолет-пулемет. Майсер МК? Ну это да, это судя по патронам, это пистолет-пулемет. Чеканной монетой. Так, куда идем? А, куда? Бля, тут все далеко. Ну давайте в сторону Кадза пойдем. Кадза? Да, Кадза. А как тут окопы отображаются? В окопах много лута. Я, кстати, куда-то побежал. А, Кац, вон он, я понял. Тут надо, короче, найти окопы. В окопах всегда много лута. Это по мне или это кто? Это что? Хрен его знает. А, с нами, кстати, играет этот... Твичер. Тут, короче, есть интеграция с Твичом, и твичеры могут выбирать всякие фигнюшки. Короче, чатик выбирает всякие фигнюшки, которые на карте происходят. Так что, возможно, нас скоро либо затопят, либо зомби нападут. Держу в курсе. Давайте в сторону карт зайти. Да давайте, давайте. Если вы думаете, что нам это поможет. Там враги. А его с чего взяли? По-любому там враги. Блин, ну разве ж... О, холодильник. Открывайте срочно холодос. О, да. О, сзади вас малая сумка, если надо. Ну вот уже как-то поинтереснее все пошло. В скобочках не очень. Что там... Там так много смертей, Геннадий, мне страшно. Я не хочу туда уже идти. Туда не кажется? Везде люди... Или Абург пойдет. Везде люди умирают вокруг нас. Людям интересно, они умирают. Это пункт назначения. Может, на водонапорную башню заберемся? Нахрена? Не знаю. И была... что, снайпер? Была бы у нас снайперка еще. Так, все тихо, на вражеской территории. Тут какой-то домик. Я не попробую им воспользоваться. Бля, тут большой домик на самом деле. Пользуюсь-ка я его боковым портиками. Опа, а он вынесен. Ну понятно, тут явно команда резнулась, как мы. Подчистую, да?
Капец у вас. Что? А, винтовка. А я тоже. Мне винтовка нужна, у меня две ппхи. Геннадий, скиньте винтовку. Скиньте мячик. Скиньте попить, да? Я вас убью, Геннадий. О, какая винтовочка. Дайте винтовку. Нет. О, здесь еще арбалет есть. Что? О, дайте мне арбалет, хочу попробовать. А скинуть можете, да, как-нибудь? А как сбросить винтовку? Через таб просто подтянуть куда-нибудь наружу, попробуйте. А. Нет, да? Короче, я к вам сам полез. Ну давайте, лезьте. Ой, посмотрите. Такой не кайф был, такой не кайф. А чё? А, ну самого интересного не видно, пока лезешь, да? Понимаю. Эй! Что происходит? Я чуть не упал. Почему я чуть не упал? Я чуть не понял. Там так. Шикарный особняк, пойдемте. Стоп, мне надо... Отбирайте. Можно как-то разрядить? О, оружие разряжать можно. Офигеть. Мне подобрать обратно мою винтовочку. Пуля на стене. А, вот, ее подобрать. Арбалет. Так, о, почему? Он сразу с прицелом. А, у нас зона идет, Геннадий. Мы сейчас от зоны сдохнем. Почему не могу подобрать свою винтовку? Геннадий, мы сейчас от зон. А что я? А, я упал! Можно вас, пожалуйста? Использовать. Интересная личность, друг. О, а у меня дефибриллятор. Не. Что? Что, блять? Это по нам, да? По нам. Же... А кто? Откуда? Какой-то мудак. Откуда? Я не знаю. Тут. Срочно надо все подлутать за собой. А где мое ХП? Я не понимаю. А, вон оно. Геннадий, вы куда без меня? Вы меня догоните, я более чем уверен. О, быстрый бег. Спасибо. Спасибо, добрый человек. Какая падла по нам стреляла? На то она и падла. Логично, конечно, да. Сзади. Сзади. Снова сзади. Да ты сдохнешь сегодня или нет? Он тпшится. Что? Где? Его видите? Нет. И я нет. А он есть. А чё я так медленно бегу, я понять не могу. А почему я так медленно бегать начал? Чё происходит? Я на крышу забрался. Видите того гандона? Нет. Ну я по нему попал раз 40. Он не сдох. Почему? Так нечестно. А нам опять далеко до зоны бежать. О, вон он. Где? Как медленно тут болты летят. Не, с арбалета тут вообще не... О, я попал с арбалета. Вон он. А как метки тут? Вот там вот он был. С арбалета вообще не вряд. Пойдем его убьем, короче. А, сука,
Зона, да. Зона, она такая, да. Мы сейчас, походу, от зоны тупо сдохнем, да? А чё я так медленно бегу? Это от зоны, да? Не знаю, я выбежал из нее. Везет вам. Где-то падла справа. С нами бежит, пойди. Как-то мы долго с ней стреляемся, на самом деле, пиздец. Ой, тут река. Геннадий, вы в зоне? Ну, в смысле, не в той зоне, в которой надо. Вы в курсе? Гена. А я понимаю. Бля. Нас замедлили, поздравляю. Ну беги, беги, по-братски. Какая-то падла взяла и замедлила нас, да? Что тут происходит? Кстати, арбалет больше никогда нельзя брать. Я вам точно говорю, это хрень полнейшая. Гена, как вы думаете, мы выживем? Я думаю, что я выживу. Почему? Потому что у меня есть с собой еда. А у меня уже закончилось. Когда эта слоновья кожа закончится уже? Закончилось. Ой, пизда нам, конечно. А, это еще не конец зоны. Ёб твою мать. Что-то, Геннадий, ваш план не сильно сработал. Я умираю. А ко мне доползти сможете? Потому что мне в зоне... В зоне вас поднимать вообще не вариант, потому что у меня тоже здоровья нет. Давай, давай. Ёб твою дивизию. Что? Ну, блядь, без ХП, без патронов. Я, без... кажется, увлекся. Без ХП, без патронов, без ничего. Да я сейчас их тут всех порву. Я вас верю, друг мой. Я в себя не верю. Тут же по-любому кто-нибудь кемперит сидит, да? Открой, блядь, окно. Топор. По крайней мере, мы войдем в топ-8. У меня есть топор тут, Геннадий. Да хорошо, вы сможете кого-то зарубить в ближнем бою. Ага. А, зона продолжает двигаться или что? Или что-то не понимаю. Да, двигается, бегите. Тихо. Чш. Я чую свой страх. Ой, как это громко сейчас было. О, тут кого-то убили. Тут до хера народу полегло, Геннадий! Что? Вам страшно? Ну как вам сказать? Есть немножечко. О, еда. О. А, я очень долго. Я очень долго лутаюсь, да? Спасибо. Не, верни твою бать. Ладно. Тут внизу чувак с детектором. Бля, мне пизда.
Внизу слышите писк? Геннадий. Слышите писк? Слышу. Насколько я понимаю, это хрень типа детектора движения. Если рядом с тобой враг, то эта хрень пищит. Сзади, сзади, сзади. Ой, ебать! Беги! Беги, дура! Дура, беги! Я его убил! Вы его сбили! Я по мне стреляет! Бегите! Кто тут, блядь? Бля, а где второй? Он что, сдох в зоне? В зоне решил сдохнуть или что, я понять не могу? Возможно, возможно, просто не удается убежать. Блядь, я убил его, капец. Вы не туда бежите. Я в курсе. У меня ни патронов, ни черта. Все, конечно, весело, но у меня гиды, ни патронов. На лучшую сторону населенного пункта. Да как бы... Чувствую я, что там уже засели тренированные личности. Это всяко лучше, чем в чистом поле. Я хочу в окопчик. Вот, все, можно меня вот тут не трогать, пожалуйста? Я маленькая девочка. Из дома не ухожу. Можно мне лутику, пожалуйста? А то я папе расскажу. Ебать. Кстати, дробовик в прошлый раз понравился. На ближних дистанциях прям вообще топчик. Не знаю, нахрена мне чеканные монеты в данной ситуации, но я их возьму. О, прицел, а нахрена... Бежит мужик по полю, бежит выше. Где? Вас, вот там, вот. А выше бункера. Так я вижу, их двое. Их, во-первых, двое, во-вторых, что, я из дробовика буду по ним стрелять? Как бы, ну, бегут, я рад за них. У меня дробовик и ППшка. Что я с ними сделаю? Главное, чтобы они меня не увидели. То, что я их увидел, это в принципе очень даже неплохо. А я почему я бежать не могу? Кто мне объяснит? А на корчик ты. А сейчас что я бежать не могу? А, слон этот дурацкий, да? Кто постоянно этого долбанного слона юзает? Я понять не могу. Какой-то утырок, который понимает. Вот я сейчас за него, походу, и откисну в зоне, да? Да нет, можете успеть. Ну, еды ничего нет, опять без хп бегать. 10 секунд получается. Да берег вылези, дура. Так, так, так. Бегите! Что? Вы меня наебать хотели, что ли, что? А, нет. Что? Что? Откуда? Топ 4. Геннадий, ну это был топ 4. Да. А почему мне ни одного... Мы прогрессируем, друг. Мне ни одного убийства вообще не засчитало. Вообще ни одного. То есть я там чё стрелял, это вообще пофиг. Ой, блин. Прикольная игра. Ну, весело, да. Особенно если в ней разобраться и прокачаться. Ну, персонажи какие прикольные, да? Вот прикольные персонажи прям. Соглашусь. Еще бы вы не согласились. Ой, ладно. Я думаю, спасибо за игру, друг мой. Да, я думаю, на первый раз хватит. И вам спасибо за компанию. Так и да. Так, все. До новых встреч. Геляне, привет. До новых встреч. Обнимите за меня Наташу и Егор Андрей. Обязательно. Все, пока-пока. Пока-пока. Фух, ну чё, дамы и господа. Нубы атаковали Кузин Рояль. Это было весело,
Надеюсь, тебе тоже понравится. Вот, но в любом случае не забывай поставить лайк и написать коммент. Правильно сказал. До новых встреч. Пока-пока.